Итак, сделал я вот такой вот арматурогиб. Вот. Это ручка. Сейчас расскажу немного. Ну, я сделал косяково, так что я сейчас буду переделывать. И заодно вам покажу, как, что к чему, потому что видео как-то не записал сразу. Подумал, может, вам будет неинтересно. Но потом подумал, что все-таки надо записать и поделиться. Делал для арматуры шестерки, но по ошибке заказали десятку. Короче, кольца для армопояса будем вязать из десятки. А основная арматура будет 12-я. Итак, как он работает сейчас. Шестерка вообще легкая. Труба, кстати, это из... от газового счетчика был, тут счетчик подключен, короче, четко изогнута была, мне так понравилось, сделал. Итак, сейчас я упрусь, подождите. Ага. Шестерка вообще отлично легко, но проблема в том, что десятка сейчас не влазит. В этом-то весь и косяк. Сейчас я буду это все переделывать. Вот здесь вот, смотрите. Чтобы была в плоскость, пришлось добавить здесь квадрат. Это квадрат от дверной ручки, короче, который толкает язычок в замке. Так. Это чтобы было все в плоскость. Но хочу переделать вот эту всю систему, опустить вниз на вот это расстояние, вот на вот это расстояние опустить вниз, чтобы без этих квадратов вот эта плоскость совпадала с вот этой вот пластиной. Так, что еще? Детали, которые я нашел у себя в металлоломе. Вот здесь это у меня в гараже металлолом есть. Нашел, короче, я вот этот штырь. Сейчас скажу. Это, не знаю, такое ощущение, что это рессоры держит в какой-то машине. Не знаю, нашел, короче. Вот. Я чуть-чуть отрезал кусок. А вот эта часть верхняя, вот эта верхняя часть ее, это ответная часть. Вот, вот это она. Вот здесь вот было отверстие. Вот видите. Все, это она. Вот. Вот это отверстие. Это вот эти вот. Вот болты вот эти длины. Короче, это я не знаю, с чего. Сами думайте. Просто говорю, что я нашел, то я и использовал. Уголок 35, по-моему. Да. Уголок 35. Сам основание уголка 90. Длина уголка 38,5 сантиметра. Так, диаметр штыря сейчас скажу. Диаметр 15. Два подшипника. Диаметр 22 миллиметра. Так, по одному не скажу. Не знаю. Не померю сейчас. А два вместе. Короче, 14. Вот такие вот размеры подшипника, но я говорю, что я буду сейчас это убирать, потому что подшипник, такое ощущение, что десятку не выдержит, он треснет. Здесь болт М8. Четко подошли под эти подшипники, очень плотненько подошел. Ну, сейчас я это все разберу и вам покажу. Если вы будете использовать
такую же систему для шестерки, то я вот здесь вот под низ подставил гровер, его выровнял тем перед этим, чтобы он был ровненький, как шайбочка. Он четко подошел под диаметр внутренней обоймы подшипника. Вот смотрите, четкий диаметр вообще. Подшипники у нас 608Z. Вот, если видно. Болт использовал под шестигранник здесь. Диаметр 8. И вообще четко. Четко вот аж под шляпку. Очень плотно. То есть, в принципе, для шестерки это отличный вариант был. Так, дальше. Отрезаю вот эту штуку. И привариваю снизу пластину. Пластину привариваю вот эту. Толщина. Сколько она? Толщина 4 миллиметра. В принципе, пойдет. Я думаю, что выдержит. Так, здесь надо будет расширить отверстие. Срезаю вот эти квадраты, потому что уже не понадобится. И вот эту пластину отрежу, чтобы спустить вниз. Так, короче, подобрал пластину, подточил ее немного, срезал угол, чтобы она хорошо подошла. Варю. Как варить, показывать не буду, чтобы не портить камеру. По сварке посмотрите на других каналах. Так, сейчас я привариваю, обвариваю хорошо. Потом, как говорил, вот этот момент уже вместе одену ручку и посмотрю, как, на какой глубине приваривать и на каком расстоянии, потому что мне нужно чуть-чуть отвести, чтобы десятка поместилась. Итак, все, пока что делаем вот эту пластину, варим. Так, обварил. Как получилось, ну ладно. Минус в том, с этим способом, что эту пластину, то есть этот арматурогиб, придется крутить только на угол, потому что эта штука будет мешать. Раньше можно было его в любом месте прикрутить к столу и крутил себе бы арматуру. А так получается, придется на край стола крутить. Ну ничего, ладно, пойдет. Дальше сейчас разобраться с этой ручкой. Короче, размеров нет точно, все будет примерно сразу по факту ставится. Так, дальше. Дальше делаем. Берем штырь. Вкладываем. Все. Ну вот там чуть-чуть больше зазор. Не совсем впритык, чтобы потом ее не достать было. А так вот ее и оставляем. Так, спускаем чуть-чуть вниз, чтобы арматура была опущена. Так, сейчас нужно мне вот это отверстие расширить до размера вот этого вот. Это, по-моему, на 12. Сам 16, это, по-моему, 12 или 14. Ладно. Чуть-чуть расширяю отверстие. Вставляю этот штырь сюда. Снизу обвариваю. Лишнее отрезаю. Вверх уже по факту отрежу лишнее. Расширю. Вот. Все расширил. Здесь сейчас проточу, в смысле болгаркой, подровняю, вставлю и только сзади буду варить, чтобы здесь не мешало арматуре. Так, болт приварил, лишнее отрежу и уже буду одевать и смотреть.
Так, ну, в принципе, все будет работать. На этом уровне отрежу. Так, ребята, все. Вот эта труба, кстати, по которой, которая четко подошла по 16 диаметр. Не, 15 диаметр. Странно, почему 15? Ладно, 15 диаметр. Труба. Двадцатка. Двадцатка труба четко подошла под мой штырь. Так, все, в принципе, на этом все. Сейчас иду, занесу, поставлю его, закреплю хорошо и попробую загнуть 10-ю арматуру. В принципе, вот так вот быстро, просто получилось все переделать. Конечно, на начальном этапе, когда это все был отдельный уголок, думал, что сюда прикрутить, потом нашел этот уголок. Думал, из чего сделать штыри, какие брать. Ну, короче... На начальном этапе было дольше. Я полдня, короче, потратил на то, чтобы сделать тот этап, который вы видели в начале. То я думал, что уже закончено было. Ну, в принципе, для шестерки там было все отлично. Для десятки сейчас попробуем. Ну, я думаю, что будет тяжко, конечно. Ну, посмотрим. Так, ячейка мне должна быть... Кольцо это должна быть 5 сантиметров здесь. Потом 15, 15, 15, 15. Ну... Пробуем. Ну, оторвется, не оторвется. Ну, конечно, я вам скажу, жестко. Ну, в принципе, все работает. И так получилось у нас, ну, 5,5, 5. Это еще нужно приспособиться о том, как, сколько он забирает места. То есть вот этот еще момент нужно будет весь все считать и по факту уже мерить. 15 по краю трубы. Посмотрим. Этот край нужно удерживать в плоскость, чтобы не получилось вот так вот накрутило, а потом выворачиваешь. Все, сразу держу рукой левой, правой. Тяну, кручу. Итак, сколько же получилось? Получилось, ну, почти 15, 16. Так, 14,5. Так, брал 14,5. Так и вышло 14,5. Все, короче, по краю трубы нужно брать. По краю вот этой вот штуковины. И тогда получается, что выйдет наш размер. Ну все, 15. На 15. Вот такое кольцо получилось. Так, в принципе, я думаю, будет пока работать. Ну, конечно, жаль, что мы ошиблись так и заказали десятку, а не шестерку. И шестерки вообще четко бы было. Ну, ничего. Справимся и с этим. Все, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот такой у меня получился арматура гипс.